Я прибыл, да. Да, я на месте. Все. Так, поход. Ага, вот это дом мэра. Так, я к мэру. У нас нельзя, у нас вас запрещено. А ничего, ничего, что из полиции? Да, пустите. А чего вы там скрываете? Пустите быстро. Так, здравствуйте, я из полиции. Чёрт, надо все спрятать. Так, я из полиции. Президент лично меня сюда прислал, чтобы все проверить, потому что вы подозреваетесь в ограблении банков, много раз воруете у жителей и еще много еще незаконного делаете. Вы тут прячете, хотите построить тут разные фермы, дома огромные, и все жители посадить в тюрьму. Да я ничего не делал, я впервые себе вообще такое слышу. Так, давайте я вас, во-первых, обыск обыщу, и так, для начала проверю все, что находится вокруг дома. Так, вроде все. Зачем у нас решетки поставили? Мэр, а зачем вы решетки поставили? Да так, потому что я чуть-чуть побаиваюсь жителей и всего прочего, потому что тут жители иногда хотят меня убить, и может они что-то еще плохого хотят сделать со мной. А, ну это в принципе логично, но зачем вам охрана? Ну, знаете, тут бывают жители такие, которые любят там покидать меня помидорами, ненормальные легкие. А, ну да, логично, бывают такие дебилы, да. Так, а где документация? А, походу вот тут. Ага, так, давайте просмотрим эти стопочки. Ну так, ну вроде тут все нормально. Да, вроде тут все нормально, в этой все нормально. Так, а вот давайте вот это. Ага, тут тоже все норм по документации. Так, а вот тут так, ага. А, так, вот тут тоже все норм. Да, тут все нормально. Так, это ваши ресурсы? Такие. Я думал, у вас побольше будет, как у мэра, я думал, у вас тут стак алмазов, ну, стак да нет, я просто мало себе что оставляю, все отдаю жителям. Так, а почему вы не провели свет? Потому что я вижу, у вас 7 изумрудов и 2 изумруда и 4 золота, это вам выдавал президент, если что, на свет. Сколько стоит свет? Почему? Вот, я забыл просто сделать свет, и завтра же сделаю. Но это мы еще посмотрим. Мне кажется, вы что-то скрываете, вот вам, от ордена на обыск. Так, надо на чердаке все проверить. Так, 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 а, так, 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 так. Ну, вроде ничего, а, нет, нету чердаков. Так, 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 так. Ну, вроде нету чертаков. Ну, ладно, ладно. Так, мне надо обыскать ваш ковер. Эй, не трогайте. А чего вы так занервничали? Да нет, ничего, просто тут стоит. Вы ведь вернете? Да, конечно, верну, если у вас ничего нет. Так. Не понял. Не понял. Мне же ничего за это не будет. Тут пару изумрудов, алмазов. Ну, я просто спрятал, чтобы никто не трогал их, у большинства жителей у нас такие бывают, есть воришки, тут пару. Не, конечно, вам за это ничего не будет. Раз, не понял. Черт, он нашел. Не понял, я чувствую, за это, Так, вы в чем-то подозреваетесь? Ну-ка стоять не с места. Это приблизительный выстрел, понятно? Черт, он же сейчас найдет все. Не с места, говорю, не шептаться мне. Это что за... А, я в этом не разбираюсь, это точно надо отдать на экспертизу. Так, это вот, забираем мы все. Это мы все рушим, это точно на экспертизу мы отдадим. Так, так. Что? Мэр, ну вы вот за это столько наворовали, меня вообще с городов воровали. Ну все, вам точно, лет 10 за такое воровство вам точно грозит. Ой-ой-ой. Так,
Тут ничего вроде нет, никаких секретных проходов, это хорошо. Так, Аби, у него тут машины, и вот за эту кирку, вы же понимали, столько денег, он не может столько где заработать. Тут деньги, ну за это ему точно грозит еще плюс 5 лет. Офигеть, тут сколько сейчас, динамита. Максимум на сервере можно хранить 16 динамита, у него стак, у него тут один по одному все должно быть, ну точно, все за это. Он еще и гривер, вот это, чтобы вы понимали, стоит очень дорого, и это вообще нельзя купить, чтобы вы понимали. Но это если какие-то шишки там огромные, максимум полиции, мне, то есть. Админ ган, он еще админа ворует, офигеть, ну все, тебе точно мархана, ну сейчас я тебе устрою, ну-ка давай, пошли со мной в мою машину. Так, так, все, стой тут, не с места, я сейчас надену наручники, все, а я пошел проверю, что у тебя там такого находится, о боже, упаси меня, бог, лава. Он хотел взорвать, а то еще видел деревню. Машина крутая, видели ли мне. Ёпарасоте, что копу на такую тачку накопить, и надо лет года 3 работать, если ты хороший. Офигеть. Блин, что-то не могу сесть, ну ладно, не надо садиться в эту тачку, потому что она... Ах. Незаконная, ее надо срочно убрать. Так, как ее убрать? Вот. Все. Офигеть, у него тачки тут. Что это такое? Так, у него какие-то тут алма. Я не знаю, что это. Так, это не алма. Что такое? Это. Нет. А, он дома строит. Вот так. Это не. Он спрятал дом. А в блоке дом. Офигеть! А это у нас что такое? Это что такое? Он дома! Он хотел тут меня город организовать! Видели ли умный мэр? Это еще не за... Ну это мы поняли, это... Нет, это я точно не буду взрывать. У него алма... Админка! Он может... Он хотел, видимо, это... Бедрок сломать и как в пропавшем компоту... Все, ему за это точно лет 30 грозит. Ну, мэр, ну все, ему точно. Так, это все надо закомментировать. Так, ага. Все закомментировал. Ну все, тебе лет 30 за это грозит. Все, давай. Житель никогда таким не будет. Понял? Все, давай, поехали, поехали, все. Все, тебе точно срок грозит.